Пенсионный фонд России начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей. Об этом рассказал сегодня заместитель управляющего отделением ПФР по Цеменской области. Отделение Пенсионного фонда России приступило к выплатам в рамках постановления 797-го правительства Российской Федерации. На сегодняшний день уже выплачено более 630 тысяч рублей. Эта выплата предусмотрена гражданам, которые взяли на временное проживание из учреждений социального обслуживания инвалидов, престарелых людей, либо детей-сирот, либо детей, оставшихся без попечения родителей. В Тюменской области в основном брали на временное проживание детей. Их у нас 51 ребенок составил за апрель-май. По данным детям мы осуществили выплату в размере 630 тысяч рублей. Соответственно, также рассматриваем заявление уже за июнь и будем осуществлять выплату в июле данной категории граждан.